Водопад и деревья в фойе. Для образовательного учреждения картина непривычная. В такой школе хочется учиться. В новом образовательном центре в Южном городе реализовали инновационный подход к обучению. В первую очередь внедрили высокие технологии. Турникеты на входе распознают отпечатки пальцев. В кабинете физики оборудование спускается к партам с потолка. В каждом классе есть интерактивные доски. В компьютерных классах ноутбуки и даже кабинет, где будут учить поварскому искусству, оснащен по последнему слову техники. В здании 5 спортзалов и огромный актовый зал. Школа действительно уникальна по многим параметрам. Здесь есть все, чтобы ученики получили знания по общеобразовательным предметам. Но и после уроков школьникам скучать не дадут. Вот так выглядит современная каморка, что за актовым залом. Это настоящая звукозаписывающая студия со всем профессиональным оборудованием и музыкальными инструментами для настоящей рок-группы. Образовательный центр еще и один из самых больших в стране, рассчитан на 1500 мест. Построили школу при финансовой поддержке из федерального бюджета. Проект высоко оценила заместитель министра образования и науки России. Это современная школа, которая позволяет совершенно по-новому, интересно для детей и очень профессионально и продуктивно для педагогов организовать процесс обучения и воспитания. Из тех уже на сегодняшний день результатов, которые есть, конечно, мы можем смело говорить о том, что те проекты, те заявки, которые будут со стороны области в адрес федерального министерства, нами будут поддержаны. В таком здании приятно будет и работать. Учителям пришлось проходить конкурсный отбор. Команда профессионалов создана. К тому же средняя зарплата педагога будет здесь около 32 тысяч рублей. На 85 вакантных мест было порядка 500 резюме. Вот, и поэтому, был такой вот отбор, проводились собеседования. Я думаю, что сейчас у нас очень профессиональный состав педагогический собран. По достоинству новаторский подход оценили и родители будущих первоклассников. Получилось так, что мы как раз идем в первый класс на открытие школы. Школа потрясающая, очень красивая, шикарная, слов нету. Классы большие, светлые, удобные, очень удобные классы. В новую школу уже зачислили почти 1400 учеников. К началу учебного года сформируют 29 младших классов и 26 классов среднего и старшего звена. Учиться дети будут только в первую смену. После обеда дополнительные занятия и творчество. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.